Добрый день всем друзьям! Привет, привет! Ну, как вы видите за окном, погода опять не весенняя. Вчера был и дождь, и снег. Сегодня вот пока пасмурно, но вроде как передают опять морозы. 2 дня я порадовалась хорошей погодке, и все. А мое видео сегодня о новой орхочке. Все та же моя любимая база, на которую я поехала. Ой, вру, чего я вру-то? Это же уж у меня другая совсем серия. Это ж у меня серия, как мы ездили на 8 марта в другой город. Ой, вообще с мозгами уже все совсем плохо. Это же мы ездили в другой город, правильно. Я же вам показала цветочки из Ашана, показала цветочки со стола коллекционеров фиалок там, да? Вот, а это... Блин, а где я это купила-то? А, все, вспомнила. А это я купила в Леруа Мерлен. У нас его в городе нету. Вот, а в том городе, в соседнем, есть. В Леруа Мерлен. Я ходила, искала, что там есть интересного. И купила камбрию. Друзья, ну вот, смотрите. Видите, один башмачок все еще живой. А вот этот все отцвел. Жалко. Эти вот с 8 марта камбрюшечки стоят, все живенькие, хорошенькие, бодренькие. Ой, уже не бодренькие, некоторые листы, цветы падают. Надо же, вот цветы падают уже, цветочки. Так, какой? Ага. Ну вот, упал. Ой, какой красивый. А интересно, ну да, он уже подвядший. Ну, наверное, он уже тоже отцветает. Ну, ладно. Так, а купила я в Леруа Мерлен вот такую камбрюшку. Вот такой расцветки. Сейчас я ее с окна сниму и во всей красе покажу. Вот, друзья, вот так на стеночке. Она будет более красиво выглядеть. Там, было несколько разных расцветок. Были еще какие-то желто-оранжевые, я их крутила-крутила, но потом я поняла, что все-таки вот это мне более любо, чем желто-оранжевая. Вот, но больше я покупать не буду орхидейки, пока с меня достаточно. В общем, я тут разошлась на празднике, решила как бы себя побаловать. Вот, вроде как у всех есть, и я хочу, и хочу все-таки с ними попробовать. Вот, но расширять прям сильно-сильно я не собираюсь. Вот у меня окошечко есть и есть. Друзья, вот здесь на ценнике тоже было написано камбрия. Вот. Ну, судя вот так вот по форме цветка, вроде и да. Но у меня что-то в голове вот есть еще брассия. Мне что-то казалось, что вот такого плана это брассия. Но я не знаю, это вы мне подскажите, потому что на этикетке было написано камбрия, а я почему-то думала, что это брассия. Цветочек не очень крупный. Вот. И тоже цветы были одинаковые. Расцветка. Я думала, что если они будут там какие-нибудь разные, более желтые или там еще какие-то, они были все практически одинаковые. Я их крутила-крутила, ну и выбрала на то, что на мой взгляд для меня более, так скажем, моему глазу прилюбовалась. Ну вот, собственно, вот эти два новичка теперь тоже будут у меня жить. Как
Конечно, может быть, если бы там было что-то еще сногсшибательное, которое меня бы поразило, может быть, я бы купила, но ничего там интересного больше нету. Была там еще Котлея, но она не настолько меня поразила, чтобы это отдавать за нее тоже денежки. И, кстати, друзья, вот эти вот цветы я купила по 800 с копейками. То есть это опять же не 1000 с лишним, как продают у нас. Я уже вам говорила, что у нас даже фаленопсис по 1600 в праздники продавали. Вот. А это по 800 с чем-то были эти цветы. И вот я два таких прикупила. Друзья, ну цветы, конечно, красивые и очень дорогие для меня, поэтому я буду очень стараться за ними хорошо ухаживать, правильно ухаживать. У меня много каналов, на которые я подписывала на ораховедов. Я их то и дело смотрю, слушаю. Это, конечно, не факт, что я сделаю все правильно, но в любом случае хотя бы какие-то моменты, может быть, своевременно, может быть, что-то у них услышу. А вот эту вот малявочку, помните ее? Я ее вот так вот посадила в стаканчик в пивной. Мне очень нравится. Вот она очень хорошо пока выглядит. Так. Ну и что я хотела еще вам показать? Что все-таки, друзья, посмотрите, все-таки у меня тургор восстанавливается потихонечку. Вот у этого, посмотрите, лист вообще стал хороший один. Вот этот, может быть, даже большой и не восстановится. Вот этот самый большой мягкий, может быть, даже он и не восстановится, но у него вот он продолжает расти, уже листочек какой. А вот этот восстановился тургор. Я даже поразилась. Я не знаю, почему один у одного листика восстановился, у другого нет. Может быть, из-за того, что вот этот листик на нем лезет. Вот, и эти уже, как бы вам сказать-то, листики стали получше. Так что я думаю, что все-таки, может быть, я с ними и научусь. Так, а давайте глянем, что у меня вот с этим. Ну, коренюшки, гляньте. Коренюшки увеличились. Я вам, помните, говорила, напомню, это просто бульба. Безо всего просто бульба воткнута, а на ней вот корешочки. И я просто ради эксперимента держу, ради интереса, потому что мне самой интересно, что из этого выйдет. Так. Ну все, больше пока никаких изменений на этом окошке нет. И почему я вам говорила, что больше я не хочу? Потому что вот я заняла вот это окно, и мне оно нравится, что у меня здесь этилансия, и как их называют-то? Орхидея. В крайнем случае, уже совсем в крайнем случае, если вдруг что-то супер-пупер мне попадется, я просто могу убрать вот этот вот с криптантусами. Здесь у меня криптантусы, я их могу всегда отсюда убрать куда-нибудь в другое место. И здесь на стекло еще там 2-3 цветка я могу поставить. Это на всякий-всякий случай. Но вообще я не планирую, друзья. Я не планирую. Мне бы вот с этими справиться. Вот, просто мне хотелось, чтобы у меня хоть и штучек 5 было орхочек. Но вот я как бы это оскомину сбила, я завела, что хотела. Теперь буду стараться их растить. Вот, и желания нету купить еще. Как-то вот я удовлетворила свое хочу орхидеями. Ну все, друзья, на этом я с вами заканчиваю. Это последние были новички праздничные. Вам желаю хорошей теплой весны, хороших, удачных посевов, хороших всходов, чтобы ваши цветы вас радовали, росли, цвели, благоухали, чтобы сами вы не болели. Любви, добра, тепла. А с вами была я, Любовь Садик Цветов. До новых встреч, друзья!